Ребят, всем доброе утро. У меня сегодня утро 14 февраля. Мне с утра звонит Лёша на телефон, говорит, я к тебе зайду через 15 минут. Говорю, я только встала, куда ты зайдешь, говорю. Говорит, ну я сейчас буду уже. И он мне принес вот такие вот красивые цветочки. Не фокусируется. Белые розы, очень люблю белые розы. Мне вообще так приятно было, он такой заходит. Дает мне цветочки. Очень приятно было, что он с утра. Ну, у меня 2 часа дня, но знаете, утро, есть утро. Вот, у меня с утра подгибли такие цветочки. Так что я хочу поздравить всех вас. Уже, ну, для вас это будет прошедший день влюблённый, для меня он сегодняшний. В общем, я всех поздравляю, я вас очень сильно люблю и желаю всем вам любви, всего самого-самого хорошего и светлого. И пошли, наверное, взвешиваться. Сегодня у нас начинается день в 56 килограммах. Видим, что наш очистительный питьевой день пришел нам на пользу. И мы можем, в принципе, продолжать худеть так, как мы обычно худели. Что начала завтракать, блин, совсем вам не показала. Правда, у меня уже темнеет. Такой себе завтрак. У меня будет 2 яйца. Второе я еще не почистила. Не очень эстетично чистится. Все-таки надо варить их как минимум 4 и 5. Потому что 4 немножко недостаточно. Плохо чистится. Или, может, в воде мало подержала. Не знаю, но я просто люблю побыстрее. И люблю долго заморачиваться. Поэтому сейчас буду кушать рис, яичко. Я это все немножко подсолю. Ой. Выбираю, на какой фильм пойти. Тот, что я хотела... Сегодня уже на все места заняты, потому что он премьерный, на «Джентльменов» в России, не знаю, как называется. Вот, и сейчас буду что-то думать, буду завтракать, еще, наверное, попью чаек. Банано-клубничный йогурт красиво налила, правда, с этой стороны. Ну, короче, молодец, который вчера Леша принес, сейчас его куплю, будем собираться идти в киношку. Что же, скоро будем опаздывать. Короче, ребят, мы только что вышли из фильма. Я вам не сняла, как мы на него шли, по той причине, что у нас очень было мало времени, мы очень спешили, поэтому я как можно быстрее в кинотеатре море, просто море людей, хотя сейчас под 11 вечера. Мы пошли на вечерний сеанс. Мы хотели изначально пойти на «Джентльменов». Кстати, Лёшу вы еще сегодня не видели. И что еще? Вот, и мы хотели пойти на «Джентльменов», но «Джентльмены» все были заняты, и пошли на «Соника». Но я очень довольна, фильм нереально классный. Я опиралась на отзывы, фильм считается, ну, еще не говорю, считается премьерным. Мне просто нереально понравилась «Соник», такая милашка, и вообще фильм очень крутой, позитивный. Он, кстати, я бы не сказала, что только для детей, он больше и для взрослых, шутки больше взрослые, и в зале вообще детей было, по-моему, не очень много. Вот, пила Coca-Cola Zero, ели мендемский, и вот так вот, короче, клёво, на 14 февраля сходили в кино. Сейчас поедем домой, попьем чаек, что-то перекусим, хотя уже очень поздно. И у меня так вышло, что у меня сегодня вообще был только один прием пищи. Вот, но уже это не имеет, по сути, значения. Плюс я вечером колу напилась, так что будем сейчас, наверное, ехать домой. Уже вызвали такси. Сейчас будем ужинать. Пришли, бабушка разогрела для меня супчик и для Лёши. Лёша такая нормальная тарелочка, прям до краев. Еле поставили ему. А у меня такая, ну, немножко, я даже не знаю, сколько тут, 150 грамм. В общем, будем сейчас есть вот такой супчик. И здесь, ну, были эти стенки, но я их так покромсала. И будем сейчас кушать супчик, потом пить чаек. У меня уже ночь, почти первый час. Мы уже покушали, давно разошлись, Лёша пошёл к себе. Я уж тоже сейчас буду заниматься своими обычными вечерними делами. Немножко тут наведу визуальный порядок, смонтирую видео. Вот сейчас пообщаюсь с вами, покупаюсь и постараюсь наконец-то лечь спать, ну хотя бы раз до 3 ночи, потому что меня уже замечают, что у меня появляются от плохого сна иногда синяки под глазами. То есть они проходят, приходят, но раньше у меня их не было вообще. Поэтому с этой новой проблемой надо уже действительно как-то основательно бороться. Может, даже куплю какой-то интересный корейский крем. Слышала много хороших отзывов, хочу попробовать. Если куплю, обязательно покажу для вас. Скоро, кстати, мне придут разные средства от Елизавека бренд. Мне их подарила мама, как так сказать, на день влюбленных, но они придут немножко позже. Я сниму обязательно для вас о них обзор, насколько они мне нравятся, потому что у меня вообще кожа проблемная. Я занимаюсь лечением кожи. Ходила к косметологу, сейчас дистанционно занимаюсь лечением. Ну, в общем, такие средства я люблю уходовые, они не все подходят для моей кожи, поэтому у кого она проблемная, думаю, будет полезно посмотреть видео, по крайней мере, может быть, у кого-то такая же ситуация, кто-то, так сказать, перемет мой опыт. Вообще, я думала сегодня не ужинать, уже ничего не есть, потому что довольно поздно, здесь было уже за 10 часов, ну, почти, ну, 11 часов было, когда мы приехали. Но я съела супчик и немножко очерпнула у Лёши жареного яйца.
Оно жарилось на оливковом масле, не на подсолнечном. Подсолнечным маслом я не ем вообще уже ничего, ну, довольно давно ничего не ем. Вот, вообще впервые за довольно долгий срок я вообще съела жареную сегодня пищу. Ну, там такой кусочек был, знаете, ну, даже не два укуса, наверное, а полтора укуса. Так что грамм 20 даже, что-то вроде этого. И, кстати, заметила, что когда я похудела, мне немножко, ну, немножко не сильно, я не склонна вообще к тому, чтобы у меня были такие прям точёные скулы, но они появились вообще. У меня такого не было давно, очень давно. Но мне очень нравлюсь я со скулами, потому что, ну, как бы у меня сами по себе, ну, так вот, нет больших щек, но как бы лицо более такое, ну, не точёное, вот, вот просто такое вот как гладкое лицо, вот. И вот без каких-то острых углов. А когда скулы, мне очень нравится. Вот не знаю, как вам, по крайней мере, я не помню, чтобы вы меня, по-моему, еще не видели в 62 килограммах. Я тогда еще не снимала, но лицо у меня было совсем другое. И когда я поправлялась, я себя видела в этом большом весе. В 62, даже почти 63 у меня однажды было. И ну, меня расстраивало это, потому что я стояла, мне мое лицо, не знаю, насколько это было действительно так, но оно мне казалось очень круглым. И сейчас меня прям это радует. Так что напишите обязательно мне в комментариях, когда вы худеете, замечаете ли вы в себе такие маленькие, но приятные изменения, худеет ли у вас лицо, потому что я знаю, что лицо сложнее всего худеет, медленнее всего. Потому что если кто-то говорит, что медленно худеют ноги, девочки, вы походу просто не обращали внимания, как худеет лицо и, например, там пальцы рук. Что вот, допустим, под... Мне вот больше всего хотелось, чтобы помимо ног у меня похудели вот область щек, скулы и похудели пальцы рук, потому что я видела, вот, что у очень худых девушек очень красивые пальцы, вот, а у меня они не такие худые, как у тех девушек, они скорее обычные, вот. И вот я бы хотела, чтобы еще у меня пальцы рук похудели. И также обязательно напишите, в каких зонах вы больше всего хотите похудеть, какие у вас мечтания, стремления. Вот у меня лично это ноги, пальцы рук и скулы. Но скулы, блин, вот сегодня заметила, прям при вас сижу и обратила внимание. Очень классно. Так что вот такой вот у меня получился день, такой вот 14 февраля. Оно у нас вышло не слишком помпезным, но и к тому же у меня было целый день хорошее настроение. Очень ароматные цветочки с утра меня очень порадовали. И так ходила такая целый день радостная, счастливая. Читала ваши комментарии к предыдущему видео, тоже мне очень приятно. Большое всем спасибо, потому что рекордно много теплых слов, комплиментов. Ребят, это все просто... нереальная поддержка для меня. Я читаю, просто ходила целый день, улыбалась. Вот у меня потрясающее настроение было сегодня на 14 февраля. И все благодаря Лёше и, конечно же, вам. Ну и плюс с мамой тоже говорила. Мама мне там кучу подарков, кучу косметики она заказывала. Тоже ей большое спасибо, очень их жду. Так что, наверное, я уже буду стараться ложиться спать как можно скорее, потому что не хочу опять лечь в 5 утра. Большое спасибо, что вы сегодня были со мной, что досмотрели это видео, что лайкаете, комментируете. Вы моя поддержка, моя сила. Всем большущее спасибо. Так что спокойной ночи и до завтра.